ты стандартную возьмешь, на которую уже миллион раз играли. Ну, какую ты хочешь, блядь? Ну, другую какую-то, новенькую, блин. Чего ты одно и то же берешь все время? Пойдет? Этого у меня нет. А, ну ты хуесос, блядь, с какими-то картами, блядь, левыми. Чё левыми? Это? У меня новые офигенные карты. У тебя какие-то конченые, блядь, какую-то версию. Летняя жара, а чё не видно картинки? Я не знаю, чем не видно. Ну, может какие-то, быть, у тебя несколько другие, версий. Нахуй, карты. Мне вот это нравится вообще топовое. Ну, мне нравится чисто. Пойдет, блядь? Ой. Ладно, пойдет. Шклад нормально. Здрасте. Взял, но. Привет. Здорово. Смотри, стримак. Ну что, бой десятилетия, блядь. Ларкос против Алекса. Великий мастер Котлов против великого мастера. Хрен там чё. Алинов. Леонардо у нас мастер за Винчи. Ну, Ларкос у нас и за Винчи тоже. Так, Ларкос выиграл Кирита, Кирита выиграл Алекса. Теперь Ларкос играет один на один с Алексом. Алекс тогда, кстати, с Киритой играл Винчи. Только сразу открываем все это. Что-то первый торговый идет. Разведчик, пехота. Все разведает. Моя любимая карта, кстати, кратер на Хоч. Что у нас делает Котл? Котл у нас по стандарту идут всегда реакторные районы. Энергия, самая важная вещь. Ну, кого там просто ноль прибыли. Что исследование? Сразу Тимонии на 10. Усиливает щиты. Надо запоминать эту херню всю. Активирует персональный щит. Ну, вот это вот у юнитов. Так, и еще что она дает? Покорение, получает меньше урон и немедленно дает Тимонии. То есть вот этот второй, по крайней мере, когда исследуется, то есть Тимония добавляется 50. Неплохая штука. Здесь два торговых стоит. Два каравана уже есть. Так, где второй торгует? Ага. Этот торгует с постройкой, с ягуарами. Склеп. В свое время щитерил, когда добавлял себе таких зданий, чтобы был доход. По 100 штук ставил. Третий. Просто конченое животное, блядь. Как ты меня заебал в начале игры. Опять будешь свои херовины выхаять. Какой, блядь. Я ж вижу тебя. Игроки разговаривают между собой. Ну тут что у нас? Военный район третий, значит, строится по шахтам. Здесь шахта забитая, значит, ближайшая шахта у нас чё? Разведчик возьмёт. Берёт эту шахту, она побольше. Четыре уже здесь. Здесь чё? Так, реликвии. Здесь выкуплен город, кстати говоря, очень быстро. Три реакторных стоит. Что по шахте? Значит, шахта одна. Шахтеры делаются. Шахтеры идут в эту шахту. Ну, по шахтерам считай, наверное, в равную. Четвертым районом идет торговый. И здесь три так и стоит. Население предел. Строится военный в новом городе. Город пока что не починен. Чего там? Плюс 20 энергии. 40 ресурсный потенциал. Это что он имеет в виду, что лишнее? Ага. Стоят отряды. Армия пока что только из этих трех отрядов. Здесь уже есть ягуар солнечный. Строится он у нас где? Вот в этой херне. Дешевые районы для кудлов очень важная штука, потому что за каждый район всего лишь по одному очку исследований дается. Уже вперед идет Ларкос. Что-то атакует. А, это он выгнал этих товарищей с рудника. Призывается Дож.
Так. Чтобы город второй появился, значит, тут сразу торговый. Пятого каравана пока нет, но строится уже. Это у вас стрелом помогает или у меня что-то? У тебя, скорее всего. Мне, например, ну, возможно, у тебя. Ну, как бы. Стрим он всегда лагает. Черт, я не смогу посмотреть, кажется. Так, значит. Два очка. Что же исследовать? Что же будет исследоваться? Значит, зеленая штука нам дает стражников. Стражников. Это важная штука. Прям просто с города выходят стражники. Потом что? Позволяет активировать плащ. Ну, это невидимость вроде как. А, стражники быстрее создаются, усиливают атаку всех боевых и усиливают атаку обелиска и святилища. Вот. Вот на что это надо. Тут уже идут юниты. Ларкоса, в свою очередь. Лаборатории нет. Ничего не исследуется. Промышленная первого уровня. Но он просто... херачит рудокопов. Топовая игра. Здесь уже почти призвал всех сил, но дождь уже идет. Дождь уже идет сюда. Следовалось токсичное облако. Что-то по районам пока тихо. По районам тихо. Что у нас? Переносится куда-то. Строится солнечный гуар. И прямо на войско он летит. Или не видит? Ну-ка. Не видит его. Он его еще не видит. Теперь, возможно, увидел. Так, видит героя. Призвал копию. Так, пока ничего не делает, просто отходит. Для развития героя Квотла всегда нужно использовать способности. Сука, как я мог нажать туда? Ебать его в рот просто. Войд, а можно вот так вот же смотреть, типа бой ботов, к примеру? Да, конечно. Да? А я не понял как. Я типа поставил, чтобы все боты играли, ну типа все компы играли, но я все равно управляю какой-то нацией вместе с компом. Типа. Так а тебе не обязательно управлять. А и как мне переключаться тогда? Не знаю, давай потом. Сейчас они сыграют. Хорошо. Ну, скорее завтра, так как... Мне завтра в первой паре, я скорее спать его вообще. Я на сутку завтра. В четверг буду. Ну окей, тогда в четверг попробую связаться. Так, ну тут у нас... Ух ты, дал промышленность, сейчас слет героя. Промышленная, плюс что, подходят отряды, слить героя. Успеет, нет? Пара выстрелов, дождь, стреляй. У самого дождя-то хп не так много. Дождь сольется. Дождь умирает. Минус дождь. Вот и торжествуют. Что же там у Винчи? В это время караванов 6 из 8. Исследования делаются. Стоит бур. Хотелось бы город. Уже три города здесь. Здесь три торговых, здесь еще торговый. Полностью в экономике. Включим всю карту. Отступает. Подбитый отряд. Подбитые отряды. Ну что, войско у Котлов приличное. Разбить его сейчас не получится сразу. Третий город. Ковчег. Что по исследованиям? Первые три строчки до второго уровня. А что это за поле вокруг Вотлов было? Это баг священного. Священного района. Да. А, окей. Сейчас, скорее всего, копит на. Хотя что копить ему героя надо призывать. Совсем плохо с ресурсами. Что по шахтам? Значит, здесь строится рудокоп, здесь нету, здесь стоит шахта, здесь нету, промышленный. Как-то они слишком быстро захватили нейтралок, ну, красный. Он купил в торговые районы.
Даже стандарт с такого мне плохо получается. Так, ну на призыв дожа нужен Тимоний, причем 150. Мне примерно в два раза больше времени надо. Ну пока без героя особо не переживает Варпос. Уничтожает разведчика. Догорит? Нет. Не догорел, 3 хп. Нормально, может быть даже отличится. Маскировка использована, что исследуется. Стандарт, стрелковая атака, зона видимости и скорость передвижения. Будет ли нападать этот момент? Благоприятный момент. Что исследование? Нужны 4 очка для более мощного исследования. Очень неприятный баг. Падшие ягуары идут вперед. Скорее всего, они будут разбиты. Очень легко уничтожаются. У падшего ягуара хп 200. Наземная атака 7. У нормального ягуара побольше хп. Мощнее атака. Герой Котлов идет вперед. Здесь его встречают войска. Причем приличное количество. Смело отступает. Если сейчас красные замечают крепость. Нет, он ее убрал. Он ее убрал. Или ее уничтожили. Вот вы приобрели склеп. Склеп. У красных очень много войск. Копии атакуют очень слабо. 5 атаки всего лишь. О, вот это было мощно. Смотрите, как хп тратится у пехоты. Но он отошел. Эффект горения все равно остается. Но войска пытаются выжить, отступают. Котлы идут вперед. Еще есть щит. Пока что второй уровень у героя. Здесь у нас шахта строится. И воскресился дож. Призвали дожа. Что по исследованиям? Тут пока по стандарту. Сейчас используют выстрел, скорее всего. Так, с ядовитой зоны отступают. Подлечиваются ковчегом. Ковчег улучшает святилище. О, блядь, не успел, да? Ядовито. Так, сносится здание. А что-то есть. Хотел, наверное, переставить, а чтобы цену убавить, надо снести. Конченная карта для сына. Так, ну по шахтам пока тихо. Город нужен. Вот он достраивается. Сейчас будет изобретаться что-то у дожа. Сразу лазер. Хочет снести крепость. Это 1000 урона. Было бы еще что. У него пушка, например. Но пока я крепости не видел. Казарма стоит. Ничего не улучшено пока что. Так, шахта улучшается. Изматывания нету у котлов пока что. Да и будет ли? Так, войска у котлов. Прилично. Нихера ты, блядь, их понаделал. Офигеть. Очень-очень неплохо. Но здесь, конечно, вот эти все полягут быстро. Мушкетеры всего 4 отряда и 6 часовых. Это очень неплохо, учитывая, что они хилятся, когда один убирает. Вот. Если поблизости механические воины были убиты, получают бонус к исцелению. Сколько интересного получают выносливости из-за других воинов и какой предел этого дела всего. Так. В наглую.
вызывает на себя огонь сил. Это просто так. По районам пока глухо. Зараза. Здесь что? Тут дворцовый у него есть. Еще два района до Великого. Так, пошел осадный мастер. Так, яд изучен, но остается выстрел только изучить. И вот так уйдет. Так, призывается копия, отступает к сил. Войско Винчи с улучшенными механическими воинами наступает. Это очень неплохо. Если они все нападут на крепость, они просто ее снесут. Все, осадный лазер был использован. Минус крепость, воины ее очень быстро снесут. Там же еще есть ковчег. Крепости точно нет. Героя тоже можно снести. Но, конечно, было бы неплохо выучить луч агонии. Промышленная. Сил застанется, скорее всего, он будет убит. Блядь, если... так много наклепал. Ответил. Все войска. Все войска такой сила. Он погибает. Просто, блядь. Да. Ну, какое-то количество войск у подло все равно есть. Но здесь часовые. Вот их целых 6 штук. Посмотрим, что же будет. Часовые бьются с ягуарами. Скорее всего, сейчас один будет помирать. И посмотрим, как исцелятся другие. Вот сейчас он должен помереть скоро. Если он еще помрет. Нет, ягуары были добиты. Часовой остается в живых. Так, даже обелиск не успевает уничтожить. Сейчас вот одного убил, и все исцелились. Круто, да? Котлы держат пока что здесь местность. Но города-то вот этого нет. Котлов. Что же тут у Дожа? Армия поредела. Делает тепловидня. Неплохо дает очков. Исследований. Появилось у нас здесь либо штурм, либо ЗИК. Изучается штурм. Быстрее завоевывание городов. Здесь. И встали сразу. На очереди у нас процветание. Добыча золота, исцеление. Ну и, конечно, вот эта здравая штука. Переработка. Дает деньги. Компенсация за смерть игровых единиц. То есть возвращается часть. Радиус снабжения увеличится. Урон от изматывания уменьшается. Круто. При том, что последние очень прилично все это уменьшают. Но доиграют ли они до таких событий, когда уже все это будет к последнему ряду разработок. Сейчас пока только третий ряд. С одним дворцовым доступен. Два района до второго. Здесь тоже два. Пока что никто не задумывается об этом. Есть дирижабль. Улучшенный пиратский перехватчик. Наземная атака очень слабая, но тоже неплохая. 9 атаки. Так, где этот аэродром-то стоит? Так, здесь у нас что, башня? Так, вот он аэродром. Промышленная. Пошел замес. Ресурсное преимущество. Как вот вам дается яд. Здесь очень мало войск. Нужно что-то срочно делать. Винчи огромный перевес в войсках. Дождь, конечно, может помереть легко. Так, призван герой. Нужно что-то строить. Здесь что у нас? Строятся стражники. И там, и там.
Идет уничтожение войск. Два отряда всего лишь пехоты, копии. Герой отступает и хочет помирать, но войско идет вперед. Посмотрел, наверное, что у него там, и отошел. Так, кто-то что-то купил. Не в тех выстрелах, ты, сука, не план, блядь. Он что, на пехоте скастовал? О, зафокусят сейчас, дожи, что ли? А, бля, с хаброчкой чё, просто переспал. Слили дожи. Здесь, конечно, тоже все плачевно. Отряды редеют. Призывается дож. Но часовых прилично, они как бы разносят легко все. В то время как Котлов что? Герой. Два ягуара, один при смерти. Отлипал, пиздец. Офигеть, плохо. Что же с экономикой? Тут ресурсов вон сколько, а здесь... Здесь поболее. Ну, казарм миллион, конечно, здесь. Вообще печаль, наверное. Да. Так, смотрим. Помирает часовой, остальные излечиваются. Ну-ка. Да, круто излечиваются. Ну и тут наступление идет. Шахта ломается. Герой убивается. Че по исследованиям? Пока тихо. Тимония недостаток. Выкупить нельзя. Прямо сверху телепортируется ягуар. Но в воздухе вроде как нельзя производить. Надо садиться, чтобы заказать юнит. Блять, мне энергию тупо некуда девать. А энергию надо девать на способности. Ну а пока что они не откатились. Тут же атака Оксила. 11,5, у Дожа. Десятка. Да и у Дожа фул КП. Так, 4 ягуара заказал, тут 3. Круто. Что он еще хочет сделать? Ну, видишь, уже огромное количество войск идет. Тут уже никак. Строится крепость. Территория уменьшится сейчас у Котлов. Учитывая, что... Всё, Аркс победил, типа? Ну, практически, да. Ну, город уже Котлов. Мне казалось, нет. Что будет наоборот. Нет, выкупил он город. Возможно, построить парочку районов. Но Тимония столько нету. Эти войска сейчас не сыграют роли. Я думаю, он ведет армию большую, она нифига не умирает. У меня сразу падает все. Пушки строят, сейчас будет осаду вести. Ебать тебя в рот просто со своим... О, нормально. Я знаю, что делать.
еще. А у вас до столицы? То есть до последнего воина, типа, надо все заходить. Блядь, надо построить. Ну тут уже никак не противопоставить. Тут слишком много вот этих часовых. А, как человек еще здесь все время сидел, блядь, я забыл про него. Ладно, тут уже все. Карта говно ебаная.